Мошенники предлагают выиграть деньги. Все чаще ивановцы получают по электронной почте письма, отправителем которых якобы является крупный коммерческий банк. Чтобы получить внушительную сумму, нужно всего лишь перейти по ссылке и ответить на несколько простых вопросов. В пресс-службе финансовой организации нашему телеканалу пояснили, что связь с клиентами по электронной почте отсутствует, поэтому и рассылок об акциях и розыгрышах быть не может. Аферисты используют узнаваемый логотип, а порой даже указывают ссылку на официальный сайт компании. В Центральном банке рекомендуют не переходить по ссылкам из таких писем. В большинстве случаев это может обернуться не пополнением личного бюджета, а потерей сбережений. От жертвы требуется только одно – перейти по ссылке с опросом. А дальше события могут развиваться разными сценариями. Например, перейдя по ссылке, вы откроете доступ к вирусной программе к своему компьютеру или смартфону. Или там действительно может оказаться что-то похожее на опрос, пройдя который, вам будет предложено ввести персональные данные и данные своей карты, якобы для перевода денежного приза, или же вас попросят перечислить комиссию на этот приз.